Всем привет! Вы на канале «Взрослый коллекционер». Меня зовут Сергей. И Юля. Я уже часто здесь гость. Резидент, можно сказать. За окном у нас зима. Очень уютное время года, когда хочется посидеть в теплом пледе, зажечь камин, взять интересную книжку. Либо выбежать на улицу и резво кататься на коньках, на санях, играть в снежки, делать снежных баб и украшать елку. И я уже в предвкушении сюрприза от тебя. Да, сегодняшний день не исключение, и у меня есть к такому прекрасному периоду, как предновогодние праздники, отличный сет, который мы сегодня распакуем. И это вот такой огромный сет Barbie Winter Holiday. Тогда я понимаю, почему у нас здесь дорожка для саней. Да, совершенно верно. Я думаю, что мы сегодня покатаем сани по нашей звездной дорожке. Да. Сет выпущен в 1995 году и называется Barbie Winter Holiday Set. Что примечательно, не указывается, что это каникулы сестренок. На коробке нет слова sisters. Но мы явно видим, что Барби и ее младшие сестры вместе с питомцем собираются провести веселые каникулы на каком-либо заснеженном курорте. Зимние сеты от Mattel выпускались довольно часто. Наш сет первый в такой комплектации четырех кукол вместе. Позже, в 1999 году, были выпущены два сета с сестренками Holiday Sisters, которые включали в себя трех сестер Барби, Стейси и Келли и были посвящены рождественско-новогодней тематике. А вот в 2000 году снова были выпущены в одном подарочном сете Singing Holiday Set, который был также посвящен рождественским песнопениям. В 2011 году снова был выпущен сет A Perfect Christmas. Далее в 2015 году был выпущен тоже зимний сет Barbie Sisters Winter Fun с четырьмя сестренками, подготовленным к зимним видам развлекательных действий. И в 2017-18 году выходили два сета Barbie Sisters Winter Snow Fun Gift Set Барби, Стейси и уже Челси, Barbie Sisters Winter Fun с четырьмя сестренками. Как мы видим по хронологии, все эти сеты выпускались то с тремя сестренками, то с четырьмя. Но сегодня у нас полноценная компания. Ну и теперь давайте приступим к обзору нашей огромной коробки и сестренок, которые в ней находятся. Компания сестренок находится в большой увесистой коробке. За блистером спереди мы видим, что наши дружные девчонки очень весело проводят время на снежной горке. На блистере указаны их имена – Барби, Стейси, Келли и Скипер, а также их белый питомец Коко. В комплекте с куклами есть еще санки, причем удлиненной формы, чтобы все вместились. Над блистером в левом верхнем углу надпись, которая гласит «Катание на санях всегда весело вместе с Барби и ее сестрами». Надпись эта дублируется на нескольких языках. В нижнем углу крупная надпись «Барби», а внизу справа логотип компании Mattel. Блистер красиво украшен снежинками, что придает упаковке 3D-эффект. Снежинки также переходят на всю поверхность коробки, на ее торцевые части. На одной из них указано, что набор сделан в Малайзии, кроме Келли, которая была выпущена в Китае. Также здесь есть информация для связи с Mattel, телефоном и адресом. Вот такая странная дискриминация в отношении Келли. Все в Малайзии, а она из Китая. Индивидуальное производство. Видимо, пупсиков там делают чуть-чуть лучше, чем в Малайзии. Качественнее. Да. Ну, давайте приступим к рассмотру такой огромной, красивой фотографии, выполненной как новогодняя открытка. Это большое групповое фото сестер. И тут мы уже видим, что они находятся на отдыхе на заснеженном курорте. На первом плане мы видим сестренок Барби, держащую на руках Келли, Скипер, рядом с которой на пеньке расположилась Коко, и Стейси, которая на санках. На заднем плане мы видим шале. Скорее всего, это гостиница на фоне горных хребтов, а также ели, укутанные пушистой снежной шапкой. Надпись в середине картинки гласит о том, что веселись вместе с Барби и ее сестрами катанием на санях. Надпись также написана на двух языках. Итак, зарядившись атмосферой, представленной на фотографии, уже не терпится открыть этих сестренок и выпустить на волю. И вскрытие коробки я торжественно предоставляю Юлии. А я торжественно принимаю. Начинаем? Да. Ах, какой звук. Будем представлять, что это снежный наст. Ой, порвалось. О, смотри, ты Барби порвала пополам. И, наверное, вместе достанем как красивый задник. Как и прошлый задник. Сет. Ура! 3-4. А вот он... Спасибо, он отрывается. С твоей стороны, прошу заметить.
А, вот. Выходим. Та-дам! Все. И ничего не выпало. Камень почками вышел. И вот, наши сестренки освобождены. И я хотела бы обратить ваше внимание на подложку, к которой прикреплены наши сестренки. Это же целое произведение искусства. Здесь изображены елочки, укутанные нежной шапкой снега, и склон, видимо, по которому они так любят кататься. А ты любишь, Сережа, кататься на санках? Обожал в детстве, сейчас не пробовал, слишком много вешу. Поэтому либо санки не поедут, либо унесут меня вдаль дальнюю. Видимо, ты просто не те санки выбираешь. Посмотри, какие в комплекте здесь большие красивые сани. Но о них мы расскажем немножко попозже. Ну вот, кукол мы извлекли и даже сделали некую композицию из сестренок. Поэтому смотрятся они вполне уютно и по-домашнему. Я не перестаю восхищаться их цветовой композицией. Такое прекрасное наполнение. Казалось бы, несочетаемые цвета, но на самом деле это все смотрится очень органично. И мне нравится, что они перекликаются цветами друг с другом. Это очень здорово. При этом некоторые куклы имеют оттенки, которые не имеются у других. Помнишь, как в том сете, который мы распаковывали, там тоже были одинаковые кусочки ткани, да. И встречались в ансамблях у каждой из сестренок. Кстати, если вы хотите посмотреть обзор прошлого сета, то вы можете перейти по ссылке, которая выйдет здесь. Также в комплекте у них шла, естественно, гарантия. Гарантия у них очень долгая, на целых 2 года. И имеется крупный шрифт, который выделяет такую особенность, что обменять или починить куклу вы можете только на территории Соединенных Штатов Америки. Также в комплекте была расческа розового цвета, одна на всех. Классической формы ракушки. Ну, а теперь я предлагаю рассмотреть каждую сестренку по отдельности. Начнем, конечно же, со старшенькой. Конечно. На Барби свитер трапеция удлиненного кроя, связанный в такой специальной технике, как интарсия. Смешивание нескольких цветов, в данном случае розовый, сиреневый, бирюзовый и желтый, иногда вкрапление белого. Белые нити отлично перекликаются с меховой отторочкой манжетов на рукавах и пушистой линией по низу свитера куклы. Сверху на свитер надета ярко-фиолетовая стеганая жилетка, без застежки. Она пришита к свитеру и не снимается. Сзади свитер закреплен на липучку. Однотонные трикотажные брюки-леггинсы ярко-розового цвета хорошо гармонируют с цветными узорами на свитере Барби. На ногах у куклы классические для 90-х ботиночки такого же ярко-розового оттенка. Голову куклы украшает меховая повязка из того же материала, что и отделка на кофте. Весь этот ансамбль очень удачно подчеркивает красивое личико куклы. Ее макияж выполнен в той же розово-бирюзовой гамме. Распахнутый взгляд куклы обрамляет 4 длинных реснички сверху и ярко-синяя подводка глаз. На верхнем веке лиловые тени, глаза бирюзово-синего оттенка, брови светло-коричневые, губы у Барби в цвет образа приятного розового оттенка. В ушах куклы сережки, имитирующие маленькие жемчужинки, кольцо под стать сережкам. Волосы у старшей сестер прямые, снизу немного подкручены, прошивка густая. Оттенок жемчужный блонд, спереди челка. Далее по расположению в коробке идет Стейси. Она, как и все сестры, придерживается единого стиля, во всем следуя за старшей сестрой. В данном случае Стейси примерила на себя розово-сиреневую гамму в своем костюме. Яркая курточка на застежке спереди имеет розовый цвет, а на рукавах сиреневые стеганые вставки из материала такого же, как жилет старшей сестры. На курточке есть орнамент в левом уголке, в 3 кружках есть снежинки. Снежинки разной формы. Штанишки Стейси приглушенного розового оттенка. По качеству материал очень похож на вафельные полотенца, так знакомые нам с детства. На ножках у Стейси сиреневые высокие кроссовки. На голове девочки шапка-чепчик, отдаленно напоминающая шапочку Санты. Но у Стейси она розовая. Чепчик украшен белым меховым помпоном. По краю также имеет белый мех на отвороте. Стейси, как и старшая сестра, выбрала украшение в виде жемчужинок в уши. Макияж Стейси приятных оттенков, большие бирюзово-синие глаза только сверху подведены синей подводкой. У нее 2 снизу и 3 сверху реснички, ярко-розовый цвет губ подчеркивает ее открытую улыбку, брови светло-коричневые. У Стейси очень длинные волосы такого же холодного оттенка, как и у Барби. Волосы прямые, без подкручивания и волн, спереди задорная челка. А теперь давайте рассмотрим малышку Келли. У Келли по классике самый простой по содержанию комплект. В данном случае Маттел также не стал мельчить деталями и нарядил младшую сестренку в комбинезон ярко-бирюзового оттенка. Комбинезон застегнут спереди на 2 кнопки и украшен розовым бантиком.
По краям рукавов и на капюшоне имеется меховая отделка, как у старших сестер. Комбинезон слитного кроя, поэтому Келли без обуви. Волосы Келли собраны в высокий хвост, на затылке прошивка густая, и цвет одинаковый, как у всех сестер, жемчужный блонд. На милом детском личике Келли очень выделяются ярко-синие глаза с двумя бликами в них. Ее сомкнутые губки ярко-розового оттенка и такой же нежный румянец на щечках, будто она только что прибежала с мороза. Ну и наконец мы добрались до моей любимицы Скипер, которая из всех сестер, на мой взгляд, больше всего похожа на саму Барби. На Скипер объемный свитер в такой же технике вязания, как у старшей сестры. Но манжеты и низ кофты украшены трикотажными вставками. Мягкие прямого кроя штаны из бирюзового фетра имеют накладки на коленях ярко-розового цвета. В тон этим вставкам на ногах Скипер кроссовки, причем на босу ногу, и как-то не по-зимнему виднеются лодыжки. Голову Скипер украшает розовая лента, имитирующая наушники с пушистыми шариками-подушками для согрева ушей. Волосы Скипер, так же как и у Келли, собраны в высокий хвост, охваченный одной прядью вокруг резинки. В ушах у этой сестры также жемчужные серьги, как у остальных сестер. Взгляд Скипер такой же открытый и распахнутый, как и у Барби. У нее бирюзовая радужка глаз и такая же синяя подводка по верхнему краю глаз, как у старшей сестры. Вверху 5 ресничек, а снизу еле заметен ряд светло-коричневой подводки с 5 ресничками. Улыбка у Скипер сдержанная и белозубая, как у всех сестер. Вообще у Скипер рисовка больше выдает серьезности, чем даже у старшей сестры. Видимо, она чем-то озадачена или излишне сосредоточена. Может быть, Барби попросила ее присмотреть за сестрами, а сама она отправилась на тусовку? Из всей нашей дружной компании нам осталось уделить внимание только Коко. Это питомец белого окраса с имитацией хвостика с бантиком на голове. Собачка похожа на породу мальтийская болонка. Поза собачки в приседе на задних лапках, что говорит о том, что она также резвится и веселится с сестрами. У собачки повязано сверху красивое украшение из ленты в виде бантика с двумя помпонами. Из дополнительных аксессуаров в коробке также находились сани. Сани пластмассовые, окрашены в коричневый цвет под имитацию дерева и имеют серебристые детали, полозья и веревочку из серебристой ленты жгута. В этот раз мы не стали акцентировать внимание на телах кукол, так как подобные куклы у нас уже были на обзоре, и вы также можете перейти по ссылке и посмотреть на них вот в этом видео. Ссылочка будет также и в описании. Ну что, мы готовы отправиться на санях по склону горы? Или нас ожидает классная поездка в кукол-шавель? Я выбираю второй вариант. Тогда вам всем ко мне в музей, ведь именно там будет выставлена эта инсталляция и будет своеобразный кукол-шавель. Прям настоящий, со своим снежным склоном и горнолыжным курортом. Совершенно точно. Я уже сейчас начинаю подготовку оформления витрин в этой стилистике. Одна из витрин будет посвящена Рождеству, а вторая будет посвящена зимнему времяпрепровождению. И как раз там вы увидите новые экспонаты в нашем музее. И наши сестренки, я так понимаю, также отправятся туда. Да, наши сестренки составят отличную компанию и будут очень органично смотреться на зимнем курорте. Так, мы себе не можем позволить, а Барби может. Да, вот так и надо сказать. Ну что я могу сказать? Мне, конечно же, понравился этот сет. Тот летний был великолепен, но этот зимний особенно хорош. Я вообще не очень люблю зиму, не ее поклонник, но когда в руках держишь этих сестренок, очень хочется быстрее побежать на снежный склон и поснимать фотографии. А я хочу сказать, что Mattel все-таки очень трепетно относился именно к зимним выпускам. Они подбирали самые великолепные, мне кажется, цвета к нарядам. Наряды сами по себе были очень эффектными и такими прям по-зимнему теплые, вот если можно выразиться так. Поэтому хочу сказать, что сет очень удачный. И, конечно же, есть у меня своя любимица в этом сете, как я и сказал, это Скипер. Да, я добавлю от себя, что у Скипер очень удачная рисовка, правда, она очень симпатичная и лицо какое-то одухотворенное. Ну и все сестры тоже, конечно, под стать. Сережа, давай не будем обижать наших героинь. Нет, мы не обижаем, я просто выбрал, скажем так, фаворитку. Фаворитку этого наборчика. Для меня это Скипер. А у тебя есть фаворитка здесь? Коко. Коко? На самом деле нет. Мне нравятся все. И я с удовольствием поснимаю всех кукол и повзаимодействую в кадре с ними. И я думаю, что каждой куколке можно уделить свое внимание и найти какую-то роль на фотографии. Поэтому следите за инстаграм Юлии. Также... Он появится здесь, здесь, здесь и здесь. А также не забывайте подписываться на наш инстаграм и...
вступать в группу во ВКонтакте. На этом наш обзор подходит к концу. И если он вам понравился, подписывайтесь обязательно на канал ребят, на инстаграмы. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте ставить колокольчик, чтобы сообщалось о новых видео. Абсолютно точно. И на сегодня мы вам говорим пока. До следующих встреч и хорошего праздника. Пока. Пока. И украшать елку. Мужиков. Ну, перепишем, нет? Нет, нет. Так. Все. Нормально? Достаточно. Достаточно, до свидания. Так, что там дальше? О! Все, давай. Пошла гулять, рванина. Да, да, да. Компания, сестренок. Пальчиком такой, как в школе. Повеселись. Повеселись катанием на санях с Барби. Ну, повеселись на санях с Барби. Ну а как? Что там? Покувыркайся с ней в сеновале. Have sledding fun with Barbie. Ну а как еще? Где? Надпись в середине картинки гласит. Веселись. Веселись вместе с Барби и ее сестрами на санях. Ну не на санях. Катанием на санях. Ну да. Надпись в середине фото гласит. Повеселись. Повеселись. С Барби на санях. Веселись. Надпись в середине фото гласит. Веселись вместе с Барби и ее сестрами на санях. Да катаюсь на санях. Да что ж ты такое делаешь? Да что я не могу. Ты записываешь, как мы вот этот хрустим? Зачем? Хала! Я все равно задник оставлю. Зачем мне это вот? А ножки у него подвижные? Все, я вскрыла. Да, смотри, подвижные ножки. Номер, смотри. Какой номер? Вот, заключенные. Да, на какой-то был у нас журнал. Даже я первый раз. У нас даже цветными было где-то написано. Барби, Стейси и Келли. Ой. Да. Сколько их? Кто они? Я глаза дергалась.